Вы не поверите. Стрим идет? Да. С вчерашнего вечера мне пишут несколько медийных человек о том, что мой фейк пытается кидать типа мои кругляшочки от моего имени. Ну, короче, типа это я. Пытается деньги с них залутать. И сейчас мне звонит один человек и говорит о том, что привет, ну что, мы завтра во сколько встречаемся? Я такой, что? То есть он с твоим фейком переписывался? Да. Но решил уточнить, да. И тебе написать. И я ему говорю, подожди, стоп, мы с тобой не общались. Он говорит, ну мы с тобой вчера переписывались. Я говорю, мы с тобой не общались. Я ему говорю, подожди, ты никому деньги не кидал? Он говорит, 3000 USDT кинул. Реально? 200 тысяч рублей чел фейку скинул. От моего имени. Возвращайте. Ах. Лёх, кстати, я тоже скидывал 5000 USDT. Чего? Сейчас верни. Нет, это можешь? Верни, слышь. Ты можешь показать, кто это, что за тип? Распиарить его, чтобы все... Чтобы все думали... Нет. Чтобы все ему скинули денег. Блядь, да ну... Подожди, а, мне тоже интересно, можно? Не, ну его не знают, типа, чат. А, блин. Но вот это самое обидное. Это самое обидное, наверное. То есть это обычный работяга, типа. Вот, но... который разводит от моего имени, знай. Твоя мать шлюха! За что меня так? День матери, так скажу, блядь. Такого уёбка, как ты, нам... Ладно, вот, всё. День матери, реально, поздравьте. После этого чисто. Свою мать, ну не пишите это, как Лёха. Но не так, как Лёха. Да, не так, как Лёха, но если есть варик, там, букетик заказать, через обрадовать свою мамулю, это обязательно сделать. Бля, мне не платят. Типа, пиздец. Я вот разговаривал, и у меня вот ощущение того, что я виноват, понял? Просто понял, вот кто угодно, но обычный работник. Да, типа. А он как он это делает? Просто сообщениями? Просто от моего имени. Лёша Кореш галочку в смайлик поставил. Да, да. И кругляшочки отсылает, блядь. Какие кругляшочки? Да кругляшки можно отправлять так, что типа да, это он отправил, типа не переслано. Телега это просто, блядь, рай для наебаловства, нахуй. Для развода. Блядь! Ну пиздец, как его обидно, жалко. Это деньги, которые, ну типа, руками заработаны, блядь, самым честным трудом. Я не могу сказать, что он, типа, брок, но, блин, не настолько богатый, как блогеры ебут. Я очень грустно. Ну, скажи, что мне жалость, что мне слезу выдавить. Скажи, как лучше будет для убедителей. Скажи вот это мошенники, пожалуйста, не делайте так больше. Обращаюсь к мошенникам. Не делайте так, пожалуйста. Мы вас очень просим, любезно. Да, мне так, когда в школе вот мама говорит, ты скажи им, мне не нравится, что у меня, пожалуйста, прекратите. Поэтому... Иначе карма вас настигнет, и в следующей жизни вы будете чипсоедом. Где горилочка, пьяная, Влад? Они съебались, они сказали, что типа хозяев уходит, и им этот проект неинтересен. Смотри, небольшой моментик. В прямом смысле небольшой моментик. Вот так вот, раз, и вот так вот этого чела, который за 200 тысяч наебал, вот так. Чтоб письку. Это чтоб ногти ты везде брил свои. Да. В курсе? Ты слышал сейчас? Че? Что сказал? Нет. Запрет. Да, фейк от моего имени развел моего знакомого на 200 тысяч. Реально? Да. Кого? Кто такой лох? Не лох, меня? Просто, блядь, там он очень убедительно эту хуйню делал. Охуеть. Просто пи***ц вообще, охуеть. Мне так его жалко, блядь. Мошенник? Типа, что он мало так нет, получил? Нет, вот этого знакомого моего, блядь. Надо писать телегу. Верни ему 200 тысяч, пожалуйста. Орудует фейк. Внимание! Орудует фейк. Так и напишу. А если, ну, они подумают, что ты это фейк, и не будут тебе больше верить. Если внимание. Что, это человек фейк, он разыскивается. Орудует. Как мы можем? Мне кажется, это будет как мем выглядеть просто. Да, орудует фейк. Никто не поверит в это. Внимание. А как мы можем верить ему после этого? Мы может, ты своего кента на 200 тысяч просто опрокинул. А, охуенно. Вы на ковре катались? Катались? Нет. Подавай! Есть! Это бомб. Это десятку стоит, да? Не знаю. Вот это четыре. Вот просто так берешь? Пиздец. Сказать срать не идет. Ну просто не идет, я глядя. Сказать. Срать не идет? Ну два раза я сидел. Ой, у нас это... Может тебе пианино нужно? Зачем? Ну, на туалете, чтобы играть. Да не идет, просто говно за... Ну, закупорено там. О! Я Супермен. Термуху купил. Прикиньте, термобелье вышло 25 тысяч. Еще 20 тысяч всем перчатки купить, охуенно. Тебя тут немножко зачем? Это прыщ. Это прыщ. А? Что это у меня? Я брату хотел своему брату помочь.
помочь. Давай я поможем. Салфеток тебе. Нет, а он весь зачумазанный, а ты сразу, не разобравшись, выебываешься. Ты знаешь, кто ты? Знаешь, кто ты? Знаешь, кто ты? Как ты, пизды просто так огребают, нахуй. Кто? Друзья настоящие, блядь. Какой ты брат, нахуй. Здорово. Данила! Здорово. Мужики, девчатки. Чел фейк от моего имени, моего знакомого на 200 тысяч наебал. По поводу того, что за 200 тысяч на карту пришли сегодня. Сука, дурак. То, что ты скрин кидал вот этот? Нет. Бля, есть 200к. Пацаны, хватит. Ладно, не было. Причем, блядь, ну ты такого знакомого. Пацаны, просто этот чел увидит от нарезки и подумает, что реально я его ебал. Не-не-не, это мы дуру гоним. Просто воспользовались ситуацией и подшучили. Да, мы дуру на самом деле. А в каком плане? Что сделал? От моего имени пишет хуй ебаный. Ага. Смотри, я сейчас покажу, смотри. Смотри. Васику помойки. Подъем. Стой, аккуратно. Я просто собирал. Так аккуратно. Базовый человек. Просто берёшь самолёт, по-своему живёт. Вы думаете, типа, мы им управляли с помощью хуйна? Ой, блядь. Пу-пу. Вот так вот смотреть. Можно показывать? Да. Вот так от моего имени. Просто отправляйте, мне скриншот кинули. Да? Голосовые типа взятые откуда-то. Понял? А. Покажи. Ой. А чисто случайно никакого покажи, бургера что-то. Нету кусить? Там коробочки только. Там не было видно, там по-моему. Чуть меня не раздавил, как таракана. Я вам объясняю. Мы ничем не управляли. Ковер в нашей команде был. Третий человек. Четвертый. Типа вот он сам. Сам в своей жизни жил. Ему не совсем нравится, просто новый. Я, кстати, ни разу на нем не катался. Блядь, ну сейчас еще... А чего? Почему? Ой, блядь, стой. Да он не хочет, чтобы ты на него садился. Так я не сажусь. Бля, у него подъемный вес. Бля. Стой. Не, он не может. О, пиццу решил взять. Доминос пицца, правильно понимаю? Это пизда. Если что, эта штука сдвигается, она вон, она сейчас упадет. Вот не вообще нихуя не шучу. Там упадет реально. Там, смотрите. Пацаны, вот, она уже здесь согнулась. И давай его прям башкой в это. Давай, разгоняй. На секундочку буквально. Там можно. No, please, thank you very much. Man, what the fuck? Это что получается, минус реп? Ты покушать решил? Двойной минус реп. Двойной минус реп, Илюхе, хозяева пока тут стоят, он один хавает. Двойной минус реп с тройным сыром и луком. Соусы терияки, блядь. Соусы терияки. Смотри, блядь. Илюха, сможешь разбежаться, прыгнуть? Да. А чё, вы охуели? Да ну нахуй, нет, это не нужно. Стой, ты чё, ебаный? Это джиггердаут. Пацаны, у него в КД. Блядь, его, блядь, сука, блядь, щитами ебаный. А какая это штука? Давайте в рыбака и рыбу, сдавайте по кругу. Ага, да, блядь, давай. Ты уебан. Давайте. Ты чё, ебан? Ты чё, ебан? А, настолько же? Ой, блядь. Просто пресс, ну, убирай руки нормально. По рукам будет больнее. Нормально? Ай! По руке бьешь, а не по прессу. Хуярь его. Ай, больное колено. Еще. Плюс он просит. Плюс. О, нахуй, бля.
Все, я никуда не поеду. Да больно, пи***ц, это хуй, реально, он мне прям в колено дал. За что? За что больно? Ну больно, больно, ебать. Ну все. А этот с лазерным прицелом? Газ! Что ты с этим будешь делать, а, там дом? А что сегодня будешь делать, а? Ай, блядь! О, больно, блядь! Стойте, давайте в ангаре, чтобы проверить, насколько, какой хлопок самый мощный. Вот, я предлагаю там, наверное. Увезли, к сожалению. Или к счастью. Ни одной нету? Нет. К счастью или, к сожалению, все есть. Маленькая есть по-любому. Какая-нибудь у него в кармане точно запас. О! С потрохами его поймали. Стой, стой, давайте в середине. Она летит или что с ней происходит? Хуй поймешь. Она летит со всей силы. Нет, это же хуйня маленькая. Это такая же, которую он запускал уже, она же вообще никак не летит. А что это в конце был за щелчок? Бродячие кости скрипят уже. А вон пожарные эти, да? Да, там сверху пожарные прям сидят и ждут. Нет, сигнал, видишь? Видите, блики? Там пожарная станция. Не понимаю. Пожар или нет? Вот это как вы смотрите? Вот на это. Пацаны, Атлант идет. Атлант на спайл. Не надо, ну Саш, ну у меня ноги, у меня клонированное тело. Меня жалко. Кстати, ну давайте скажем, что... Да, скинул вы меня что? Окни! Вот это можно здесь, пацаны, чеку снять. Раскумариться не понял. Нет, это же меня в прошлый раз окрасило все. Да, окрасило. Давай, ебашь. Ебать, на мужика, если что-то в тебе горели существует. Это белый. Если что-то мужское есть, запускай это. Это белый дым. Это запускай. Белый дым. Горелый, запускай! Пацаны, мы вроде... Она периодически... Ладно, ну давай для теста одну попробуй, типа посмотрим. Ты просто откроешь и что закроешь потом? Да мы потом не зайдем. Пацаны, мы сегодня не зайдем, реально. Да. Надо. Вдруг да я ничего не делаю, блядь, ну, видишь это? Сможешь так вот 8 раз? Она ничего не будет. Да. Слетела просто. Сука. По скорости вам нет равных. За 3 секунды все вылетели. 2 секунды вам потребовалось. Бля, вы пропали быстро. 2 секунды. 2 секунды потребовалось, чтобы все вылетели снизу. Бля, пацаны, если смотрите. Со стороны у вас три был там, со стороны это как смешно. Мы побежали все вместе. Вчетвером нахуй так в проходе вылетели. Я вылажу, чувствую, мне в ногу упирается, я не могу вылезти. У нас это штаб-квартира. Лёг, залазь. У нас есть переговорка в этом в ангаре, но нет, мы тут сидим переговорка. Может, в ангар переговорку? Да нет, тут тоже нихуя сидит. Так что решаем с делом-то? Лёг, залазь. Да сука, тоже не надо. Не надо, там, блядь, техника. Она, пацаны, это белый дым, это не цветной дым. Да, вы все как породевичка, блин. Короче, мужики. Да че у меня растолкали? Ну проходи нахуй тоже туда, ну, проходи, Лёв. Или давай мы пройдем. Туда я не пойду, там задохнуться, Варик вообще жесткий. Подожди, ну после Лёв, объявления. Не толкайте, ебать! Ай, голову жесткий. После объявления, может. Что меня, после того, как объявим, ну, победную честь. События. Там Лёхин рюкзак. Так в него и положу. В честь событий это. Мы сейчас купили салютов и всякой. У нас целый... Сложности на
300, ну на 250, ладно. И там, короче, целая коробка, самая мощная петарда, которую вообще можно продавать. Нет, она вот такая. Мы... А, ну, я показывал, я написал. Мы сейчас едем на локацию, там Матис, и мы его в космос отправляем, короче. Он просто сказал, что хочет есть полететь. Есть вариант, что у нас все салюты не влезут, поэтому сидушки надо будет ставить. Да. Не, можно сиденье просто лезть, ставить. Лезть, лезть, все, бардачок сюда, парочку. Мы едем на специальный полигон, полигон, где уже все мы договорились, там разрешение у нас письменное, вся хуйня. Ультвина тачка, видели, взорвалась? У вас в 5 раз жестче будет. Мы сейчас поедем в Леруа закупиться для защиты что-то, и в моменте, скорее всего, выключим стрим, и потом включим какую-то уже на локации. То есть... Иракай! Еще мы взяли лебедку, которую будем с трамплина запускать, на корыте будем кататься. Они не поняли, какую лебедку, кстати, наверное. Лебедка, которая... Климатическая лебедка, которая была на мосту. Которая 60 км в час едет. И вот с ней. Короче, вот. Давай, запускай. Нет! Портфель возьми! Да вы чего, блядь, вы чё? Вы чё, ебанутый, мужики, вы чё, ебанутые? Там дышать невозможно. Вы чё, блядь? А чё такое? Мужики, это смешно, вообще пиздец. Даже не хотите, может, не хочется с вами нихуя делать вообще. Это ебать не смешно. Убирай кто. Чего? Я там дышать не мог, хуй. Вы мне дверь закрываете? Пацаны, это хуйня полная. Это полная. Друзей наёбываешь, и чё своих? Пацаны, это полнейшее. Ты когда ты задыхаешь под водой, тебя еще глубже, блядь, топит. Это вообще... Посмотри туда. Ну это сейчас так. Это сейчас так. До этого не так было. Ой, блядь. Почему пишешь ты Илюха плюс реп? Все, почему? Да че вы? Это ты дверь закрыл, что ли? Нет. А почему плюс реп тебе? Я, блядь, в стекло. Я не могу дышать, сразу в стекло начал бить, смотри, ноготь. Улетел, блядь. Алех, ты бы там не сидел. Горилл, что-то полное. Куда? Илюх, плюс реп. Да Илюх. Да тебе что? Реп. Илюх. Плюс реп тебе, Илюх. Спасибо. Хуй. Раскумарыч пишут. Да чё как эти? Как зомби у человека стоят. А кто дверь-то закрыл? Какую? Когда Лёха был внутри. Я не знаю. Кто хлопнул, а кто-то держал потом. Кто держал? Да хуй знает. Держал? Да. Я пытался открыть, понял, всем телом пытался открыть её. Ну вы за секунду его выпустили, типа, за 5-3 секунды ничего не было. Не буяньте, да. А ты как эту ситуацию покомментируешь? Хуёво. Хуйня собачью делаем. В целом? В целом вообще. Вот старта проекта. Да, вот сейчас Лёха, сейчас Лёха просто раскумарился. Не было лица Коси в момент, когда он потянулся к дымовухе, чтобы сдернуть чеку. С каким он ажиотажем это сделал? О, как пенис жив, цел, их целых три, скоро будет еще больше. Окей. Ты как прокомментируешь эту ситуацию? Нормально вштырило. Шторкнуло газом. Еще хочу. Нам точно пожарную систему сейчас включат. Не, ну это еблан, она хуй знает, куда летит. Это птенчик же хуй знает, что он хочет. Наслаждение.